рабочие проблемы. Это яркие искусственные. А как мы это делаем? Делается очень просто, я просто сейчас расскажу. Берется кашпо, на него ставится еще баллончик какой-нибудь, его надо даже кашпо. Там оазис для живых цветов. Все, наверное, знают, что это такое. Зеленые кубики, которые смачиваются, вырезается форма из оазиса. Ставится на нашу основу, немножко крепится в блюдечку, потом блюдечко приклеивается к кашпо. И все это дело декорируется мхом. Просто прикладываем пласт мха, здесь у меня ниточки немного, приматываем, прикладываем, приматываем. В конце концов получается вот такая прекрасная форма и фактура. И потом, так как у нас там все живой оазис, уже смоченный водичкой, мы просто ставим цветы живые, и они у нас пьют водичку, плюс опрыскивать, и уже можно его опрыскивать. И в принципе цветочки повяли, цветочки убрали, елочка осталась. Ну, в новогоднем интерьере. А еще один нюанс работает с мхом. Когда основа из мха готова, ее нужно хорошенько спрыснуть водой и пригладить. И у нее мох маленечко выпрямляется и получается как в одном направлении. Все, проживет это очень долго, особенно если это хризантема.